Водитель, на тот момент неизвестный, на иномарке темного цвета при движении задним ходом, совершил наезд на несовершеннолетнюю учащуюся средней школы номер 10 и с места происшествия уехал. Выяснить обстоятельства происшествия удалось только после того, как полицейские нашли человека, который находился за рулем машины. Как пояснил водитель, он вышел из автомашины. Девочка сказала, что ничего страшного, она просто поскользнулась, упала и после этого уехал. Буквально через некоторое время ребенку стало плохо, она обратилась в медицинское учреждение. Мама ее обратилась в полицию с заявлением о розыске и установлении данного водителя. Разыскиваемый человек нашелся в том же районе, где и был совершен наезд. По причиненным травмам назначена судебно-медицинская экспертиза. Полицейские отмечают, что наезд был совершен около 8 часов утра. В данном районе плохое уличное освещение, и в этих условиях водитель, скорее всего, не убедился в безопасности маневра. В настоящее время возбуждено административное производство, проводится следственные действия, выясняются все причины обстоятельств данного происшествия.